Мир в NFS World довольно обширен, и здесь найдется место для фантазии. Если у вас в крови присутствует командный дух и желание побеждать, значит, это шоу для вас. В чем заключается весь смысл? Проходит отбор из 12 человек, которые зарегистрированы на российском сервере. Люди делятся на команды, то есть одна команда из 6 человек и вторая из 6. У каждой команды должен быть один лидер, босс, так сказать. Каждая из команд окрашивает свои автомобили в одинаковый цвет. Красный и синий, например, чтобы не запутаться. Каждой команде дается определенное задание, например, проехать из пункта А в пункт Б. Любой первый приехавший игрок в пункт назначения зарабатывает баллы для своей команды. Или же, например, участникам дается задание за минуту сделать с нуля винил на определенную машину. Винилы будут оцениваться организаторами, то есть нами, за это также будут начисляться баллы. Ну или, допустим, задача выбить соперника с дороги, выполняя роль вышибалы, битвы боссов и так далее. И таких разнообразных заданий будет множество, но самая изюминка будет по итоговым результатам. Та команда, которая набрала больше баллов, выиграет приз, например, 1 000 000 игровой валюты. Но есть одно «но». Лидер команды будет сам решать, оставить 1 000 000 себе или же поделить на всю команду. Будет создано 2 голосовых канала в Дискорде, специально для участников, чтобы они могли координировать друг друга. Мы же будем контролировать весь процесс, следить за игроками и, естественно, вести запись всего происходящего. Это, так сказать, пилотный проект, и пока что участников будет немного. Но если вам понравится, в будущем мы будем увеличивать количество желающих посостязаться. А теперь, друзья, я готов выслушать ваши идеи по поводу заданий, которые можно будет реализовать в этом шоу. Пишите в комментариях под этим роликом или отправляйте в сообщение моей группы ВК. Также, если вы хотите поучаствовать в данном мероприятии, обязательно нужно иметь микрофон, быть культурным и терпеливым. Заявки также вы можете подать в сообщение группы или мне в личку. Не забывайте писать свои никнеймы в игре. Ну как-то так, ребят. Если вам понравилась данная идея, поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал. Ну а мы постараемся побыстрее реализовать все задуманное. Всем удачи и хорошего настроения. Не болейте. Пока.